22 июня 2023 год. Ну, к сожалению, это все, что я смог выжать из своего телефона, в смысле оптического разрешения. Ну что, Луну, думаю, все видят. Венеру в правом нижнем углу тоже все. А вот здесь, вот это мой палец, вот он пытается коснуться Марса. Конечно, на видео не получается. Жаль, конечно, что нет оптики нормальной. Ну уж, ребята, смотрите сами. Своими глазами это, конечно, гораздо лучше выглядит. Да, видно Марс, хотя он в 300 миллионах километрах от нас, ребятки, девчатки. Вы понимаете? 300 миллионов километров. Больше всего меня, конечно, поражает даже не это, а то, что мы все, и я, и вы, каждая клеточка нашего тела, она состоит из тех же осколков звезд. О! О, ты посмотри, видно Марс? Сейчас моего пальца не будет видно. Вот он между Луной и Венерой как раз. Так, это у меня ISO. Да, ISO 800 у меня сейчас стоит. Увеличиваю. Ох! Да, где мой Nikon Coolpix 5000? Ну, что есть, то есть. Вот, смотрите, ребятки. И, кстати, видно даже неосвещенную часть Луны. Да? То есть она аурой такое присутствует. То есть это освещается правая сторона, вот этот месяц молодой, это освещение со стороны Солнца идет. А из, мы видим левую часть, ну, в данный момент левую часть Луны. Из-за того, что от планеты Земля отражается солнечный свет. Да, видно, вот сейчас видно Марс, кстати. И поэтому от планеты Земля отражается свет, и отраженным светом он освещает ту часть Луны, которая не освещена. Ёлки-палки, видно? Зараза, видно? И Марс даже видно. Уверен, что будет видно так или иначе. Ну что ж, ты будешь ждать. Спасибо большое. Матушке природа. Это, конечно, большая выгода в том, что оптика у меня, конечно, на телефоне мрачная, убогая. Но зато мы сейчас находимся. О, это артиллерия работает. Находимся под Орехово. А это сельская местность. Ничего нам не... В Харькове мне мешала все время засветка от большого города. Или выхлопные газы от большого города. А здесь у нас все хорошо. Здесь нам мешает только артиллерия. Либо наша, либо не наша. Ну что ж, надеюсь, вам погода позволила посмотреть эту красоту. А если вы живете западнее, западная Украина или там Европа, или вообще через Атлантику, то у вас просто в один ряд это будет все выстроено. Сейчас у нас это не один рядочек. Ну, а для вас это может быть... Ну, кому повезет, конечно. 22 июня 2023 год. И у нас сейчас... Сколько же у нас? Ну, по Киеву, наверное, часов 10 уже.